Я очень порадовался тому, что в прошлом году мы сделали правильный выбор. Каждый, кто выходил из приглашенных гостей, из победителей прошлого года, просто на 100% подтвердил свое звание, и это было очень приятно. Было приятно то, что мнение жюри в прошлом году было не ошибочным, и то, что Тимур, например, вышел и настолько великолепно спел «Беловежскую пущу», здесь нельзя было не остаться равнодушным. Это было здорово, это было классно. И эмоции, на самом деле, через край. Лиза Шуляк, например, тоже была маленькая такая коробочка, вышла красавица, как запела, все, все в восторге. Радость общения и, безусловно, волнение. Я теперь поняла значение перешагнуть через себя. Когда я выступила вторую песню, у меня болели ужасно ноги, я перешагнула через свои страхи, через какие-то комплексы, и я преодолела саму себя, что немаловажно на самом деле. Такие же эмоции переживали организаторы, члены жюри, гости и, конечно же, вы, уважаемые зрители. И наступает самый торжественный и волнующий момент нашего праздника. Подведение итогов республиканского конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Эльхолон 2012». Вы знаете, Наталья Ивановна держит в руках диплом, но мы очень долго думали. Невероятно, в этом году гран-при вручать мы будем и незамедлительно, а получает его Валерия Гримусова! Конкурс «Хорихоло» — это был, вероятно, один из первых конкурсов в свое время. В 1994 году он начал свое существование, на который стремились приехать дети, руководители, стремились привести своих воспитанников, потому что здесь, вероятно, какая-то особая атмосфера, в первую очередь. Я не могу назвать конкурс «Хорихоло» еще одним. Лично для меня он первый в моей жизни конкурс. Он мне принес первую победу в жизни, гран-при в 95 году. И я уверен в том, что многие, кто сейчас занимается певческой карьерой, и добился определенных успехов в этой карьере, в этой сфере. Я знаю некоторых, которые начали свою вокальную, профессиональную, можно так сказать, карьеру именно с конкурса «Хорихоло». Наташа Подольская, например. Я. Еще много-много-много хороших исполнителей, которые, я уверен, помнят, откуда они начинали, помнят именно добрым, теплым словом. У них, лично у меня очень теплые воспоминания всегда. Вероятно, поэтому я не могу с этим конкурсом расстаться, и я безумно рад, что в прошлом году он возродился. Скоро. Очень скоро конкурс «Хорихоло» станет одним из самых престижнейших конкурсов на нашей территории.